мои френды, всем привет, вы на канале Кубика Рубик. Сегодня поговорим про Аркейдж, а точнее новый ивентик. Ну, назовем его ивентик, подготовка к Пасхе, потому что на Пасхе там красят яйца вдобавок. И тоже ивентик, связанный на эту тематику. Каждому персонажу, первому персонажу, который входит в игру, на почту сразу присылается письмо, так что будьте внимательны, не заходите тем персонажам, которым вы не хотите выполнять данный квест, потому что многие предметы, которые получите за выполнение этого ивента, этого задания, они персональные. Это почти все персональные, поэтому лучше заходить основным персонажем. Вы получаете сразу данное письмо. Вот тут все написано, раз в день вы можете забрать предмет, позволяющий получить задание «Ушастый ювелир». Ну, забираем это письмо. Прочитываем его. И получаем задание. Используем его, и все, задание у нас готово. Идем в Мираж. И все действия будут проходить тут. Это видео будет видеоподсказкой, потому что по нему будет легче выполнить это задание. Но тут довольно некие сложности возникли с выполнением этого задания у меня в первый день. Но все довольно просто, когда знаешь. В принципе, об этом можно сказать что угодно. Ладно, короче, мы находим вот такого няшного зайку, который жрет вечно свои уши. Ладно, не буду ничего о нем плохом говорить. Жмем на него. Тут есть, конечно, нюанс то, что нельзя Дже нажать сразу задание. Ну ладно, это не суть. Чтобы пропустить, мы получаем от него заданица. Письмо для сахара. Для сахарка. То есть, уважаемый Фаберже, прошу положить в подарочную шкатулку чертеж массивного сундука моей прелестной Мими. Не хватает шкафов. Мими не хватает шкафов. Ну ладно, давайте еще раз. Прошу положить в подарочную шкатулку чертеж массивного сундука моей прелестной Мими. Не хватает шкафов, чтобы хранить все платья, шляпки и туфли. Ну, короче, как передать нужно. Отнести. И сразу читайте, наводите на задание и читайте. Письмо для сахарка. Говорю сразу, сахарок. Есть еще вроде как 5. Не знаю, пока никто вроде бы других не находил. В принципе, в частности, и я. Сахарок. Сахарок — это кролик. То есть, ну, логично, это большой кролик, а остальные будут маленькие. Их очень сложно заметить, то есть, я не сперва, я уже весь остров обежал, блин. Их хрен знать, может, я и пропустил кого, я понятия не имею. Но на экране вы увидите всех кроликов и их местоположение. Поехали. Да, кстати, у нас... А, ну это задание, которое я взял. И поехали. Ищем мы этих кроликов. Начнем с восточной части. Первый кролик, как вы можете увидеть, вот он, лакомка. Давайте приближу. Вот он, кролик лакомка. Вот он такой симпатяшка. Опять тоже лапы свои ест. Вот он какой. Находится он около болидов на восточной части. Если открыть карту, ну, где-то вот здесь вот, я думаю, легко его найти. Ну, сначала где-то вот здесь вот он и находится, около болидов. Поехали дальше. Следующий кролик расположен вот в таком навесе. Это снежинка. Давайте и его приближу. Это уже беленький такой зайчик. Я бы сказал, даже какой-то розовенький. Вроде как больше розовенький, чем беленький. С красными глазами. Эта снежинка, находится он по карте вот здесь вот. Тоже можете по карте наблюдать.
Но мне опять же нужен не он, это восточная часть. И еще один кролик находится тут же на восточной части Меренхольде. Ой, Меренхольде, говорю, Миража. Погнали к нему. Следующий кролик находится опять же на восточной части, где можно купить чертеж, проект кораблей Гала, Гарпуна или Баркаса. Это у нас бусинка, он беленько-коричневый такого цвета, бело-коричневый кролик-бусинка. Вот он находится здесь по карте, это где-то вот здесь вот местоположение, вы видите. Поехали дальше, опять не он. Следующая у нас будет западная часть, то есть три кролика на восточной, три кролика на западной части Миража. Поехали дальше. Следующий кролик Сахарок, который в принципе нам и нужен. Опять же беленький, розовенький немного, с красными глазами. Мне он как раз и нужен. Вот он находится около... я даже не знаю, как вам объяснить. Это уже западная часть по карте. Это местоположение здесь. Около... мест, точнее, в месте, где можно купить чертеж на сундук, различные сундуки, различные станки, тоже станок и различные вывески, допустим. Это никуда спускаться не надо, прям вот справа заходите, и вот тут он прям посерединке и находится. Давайте возьмем сразу у него задание. В награду мы получаем одну золотую звезду и подарок службы доставки. Также на выбор мы выбираем или белые яйца берем, или краситель. Один краситель или яйца, что у меня, подождите, давайте. А, у меня есть яйца, то есть вчера я сделал квест, я взял яйца. Второй день у меня получается, я беру квест и я беру краситель, то есть другую вещь. Для чего? Вы в один день берете яйца, в другой день краситель. И опять же, на третий день яйца, на четвертый краситель. Можете наоборот, сначала краситель, или набрать, допустим, 4 красителя, 4 яиц, чтобы, грубо говоря, покрасить яйца. А покрасив яйца, допустим, мы сейчас это сделаем, возьмем... невозможно использовать. С помощью этого красителя любое яйцо можно превратить в расписанное. Тихо. Это у нас бафчик, то есть в награду выпал мне бафчик в первый раз. Их несколько видов бафов. Скриншотик на экране, вы увидите. В принципе, я добавлю, какие бафчики можно получить. Можете нажать стоп и прочесть. Также можете зайти на официальный сайт игры и там уже в новости это посмотреть. Ссылка на новость будет, опять же, кто-то пришел, попал в кадр, будет в описании. Так, о чем мы рядом стоим? Чуваку повезло, и он попал в кадр. Ладно. Да, эти яйца, скорее всего, покрасим мы около NPC уже. Побежали к следующим двум оставшимся кроликам. Они находятся близко, поэтому погнали. Следующий кролик находится очень близко. Вы просто-напросто спускаетесь по дорожке и около коней находите попрыгунчик. Кролик-попрыгунчик, так вот выглядит он. Вблизи черно-белый кролик, такой вот симпатяшка-няшка, опять руки есть, лапы, ну ладно. Находится около коней, мне он не нужен уже. Местоположение на карте вы видите, это западная сторона, западная часть Миража. И побежали уже последнего кролика. Посмотрим, и я покажу, где он вообще находится. И последний кролик, лучик, чуть не сказал лучник, лучик,
Тоже вот такой вот он цвета, коричневый, бело-коричневый кролик. Он мне не нужен, в принципе, так он выглядит. И находится он в резиденции. Опять же, посмотрим по карте, это западная часть Миража. И эта резиденция находится тоже очень близко. Если из нее выйти, вот она, эта резиденция, на внешний вид. Видите, можно просто идти по дорожке, и вы ее увидите. По правой части вот она вот здесь будет. Можно ее увидеть прямо сверху. Здесь она находится. Не путайте с таким зданием. Совсем другая резиденция. Она вот она, вот так вот она выглядит. Вот, в принципе, и все, что касается этих кроликов, где их найти. Сейчас мы продолжим сдавать квестик. Прибежал я обратно к этому зайцу. Сдаем квестик и... А, уже меняем, я понял. То есть мы получали, получили задание, и смешал он нам, получается, одно яйцо и краски. И получили мы еще одно яйцо, один ящик, скажем так, с подарками. Список также вы можете найти на официальном сайте, ссылка будет в описании, прям на новость, на этот ивент. Также скриншотик я приложу уже, в принципе, перед собой, вы должны его видеть. Что можно получить из этих яиц, из этого ящика. Ну, давайте при вас, допустим, открою эти два ящичка. Ну вот я получил саженец. Ну, скажем так, хрень. Окей. И получил, допустим, что у нас подарок маленького рыцаря Джейка. Выпив этот эликсир, вы немедленно почувствуете себя бодрее, сильнее и смелее. Точнее, смелее и выносливее, как после разговора с маленькими помощниками Джейка. Срок действия 24 часа. Выпить эликсир. А что эликсир дает? Персональный предмет. 23 часа. То ли восстанавливает очки работы, ну, потому что он выглядит как старая баночка наша, на опыт, который... Ой, я опыт говорю. Очки работы, которые восстанавливает. Скорее всего, восстанавливает какую-то часть, да, очков работы. Подарок маленького рыцаря. Выпив это эликсир, вы немедленно почувствуете себя бодрее. Срок действия 24 часа. Выпить эликсир. Ну, окей, значит, окей. Блин, я не знаю, давайте. У меня 5000 очков работы, я не имею, не могу. Блин, я хз, выпить сейчас или нет? Ну, по сути, я не смогу же выпить, если у меня будет максимально. Ну-ка, и что мне дали? Так, хрен с ним, да? Используемый подарок. Что-то непонятно, нифига. Использовано. А что было? Что дали? Ничего не дали. Бафчики у меня. Он. Прикольно. Здорово, слушайте. Зря не используете, как я, например. Он дает все бафы, баф фолианта, шестой грейд сила, ой, слова силы, восстанавливает здоровье объем 3,5% и ману объемом 2,5%, бафчик на ману дает 1000 маны, бафчик на здоровье, то есть бафчик супа, сила и ловкость, блин, мне бы на интеллект. Видимо, это как-то хаотично. И да, видимо, кстати, хаотично супчик как-то дается. И баночка на защита.
Вообще, на защиту шикарно, слушайте. Зря не используйте, я сейчас, конечно, выйду из игры. То есть, я так и так и собирался выходить, но... Зря не используйте, вещь хорошая. Столько бафчиков, просто на рейде каком-либо. Вы просто берете, юзаете и все, просто... Вы столько экономите. Не, ну, прикольно, прикольно, хорошо, хороший бафчик, вот... Самый, не знаю, лучший, мне кажется, баф, который есть вообще в игре. Один баф дает 6 бафов. Это шикарно. Не знаю, кому понравилось, ставь лайк. Кто вы вытащил, допустим, и не использовал, вот. Вы знаете, что это даст? Кто не знал. Вот, в принципе, и все. На этом у нас есть и голубое яйцо, тоже бафчик свой. Определенный есть. А, ну это же другое. Фигня. Ладно, вот в принципе, ну ладно, саженец так посажу себе. Я думаю, цена на них не сильно изменилась, на данные саженцы. Давайте по диаграмме посмотрим. Ну да, ничего, она толком не изменится, цена на них. Ладно, всем пока на этом. Кому понравилось, ставим лайки. Местоположение этих кроликов вы видели. И, в принципе, то, что можно получить за этот ивент, тоже видели. Ивент неплохой. Кто бы что ни говорил, бывало и хуже. Были намного хуже ивента. Предыдущий ивент, который вот буквально был до этого... Вообще ни о чем. В отличие от него, данный ивент выглядит очень шикарно. Ну, учитывая, что мне выпало. Если даже продать саженец, то где-то 12-13 голды. Ну, окей. В принципе, конечно, можно и больше было бы. Но, в принципе, ладно. И на этом. А бафчик вообще повезло с бафчиком. Хорош. Ладно, не буду терять бафчик. Всем пока. Всем до завтра. Я выхожу. Всем пока и до скорого видео. Подписываемся, ставим лайки и смотрим дальше другие видео. Не только про Arcage, но и про другие игры. Всем пока и до скорого.